место у нас. Старая дорога, по которой мы ехали всегда на Министерку. Вот тут вот на перекрестке мы поворачивали туда и ехали сначала на Выжгород, а потом заворачивали в лес. Вот. Но этой зимой наши строители построили новую дорогу. Сейчас я вам ее покажу. Итак, новая дорога на Министерку. Это жилкомплекс Министерский. Поехали. Эта дорога не удачная, смотри. До каравана доезжаешь, Ирина Сергеевна дом. А, ну так это мы сейчас на караван не поедем, поедем на Министерку. Не, мы не на Министерку, просто да. Мы на будущее, что есть. Понятно, да, я понял, там, да. Я, тротуар есть. Я в курсе, Валера, куда туда она идет, я в курсе, да. А. Давай показывай, как на Министерку ехать. Давай, показывай.
О, да тут еще одна велодорожка есть. Вау! Еще одна велодорожка, класс! Пешеходных переходов только еще не пообозначили, придется нарушать правила. Собачка, собачка. Давай же поехали, Валера. Много грязи. Начинается лес на мост. Так дальше куда-то идти? Куда идти дальше? Вниз, вниз. Ага. И вот она прямо на... Понятно, понятно. Дай я проеду. Да что ж тут рисковать, Валера? Карабияйлу ты забыл, как мы брали? Вот там рисковали. А тут что? Да, был на министерке 1000 раз, или даже 5000 раз, но ни разу еще на нее вот этой дорожкой не ездил. Теперь будем знать. 2020 год. А что осуществляешь мечты? Сейчас понудируем. Покупаемся.
Здрасте. Девушка не замерзшая, согревать ее не будем. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Сейчас заберу твой кусок мяса. Боишься? Ладно, живи.
Так, нам навстречу скандинавские ходоки. Это наш пляжик. Сегодня мы будем первые. Ого, сколько кротов тут понарыло. Нифига себе. О, еще и там. Сплошные кроты. Негде груши упасть. Как-то так. Сейчас покупаемся с Валерой. Жаль, что я не взял подводный бокс. А, кстати, помните, в прошлом году еще была министерка подо льдом, и я нырнул под лед, заснял очень классный фильм про это же место, только с подледным нырком. Ссылочка сейчас будет у вас сверху. Чем-то ты прибарахлился, Валер Иванович? Столик будет, да?
А, ну распалка это ладно. Ты же горючку взял? Осторожно. Если горючку взял, это самое главное. Ну, здравствуй, министерка. Здравствуй, министерка, да. Смотри, какая погода. Да вообще, Валер Иванович. Да вообще. Вообще, я ж тебе говорю. А завтра вообще плюс 19 обещали. Я только слышал прогноз. 15-17. Ну, 17, да. 17, блин, чтоб вот это было в конце зимы. Фактически первые дни марта, первые дни весны. Да, уже да. Уже середина апреля. Да, да. Кстати, синоптики... По температуре, поэтому это не первые числа марта, Валерий Иванович, а где-то, наверное, даже май. Ну, даже не апрель, даже май. Да. Ну что? Синоптики сказали об чем? Об том, что календарной, в смысле, метеорологической зимы не было. Не было, да. Так не было в этом году зимы. Я так и не помню. Может быть, неделя и была, которая с минусом, да? А, значит так, минимальная температура 9,6 минуса было 22 ноября. А, ноября. Да. Все. А, это ноябрь, это не зима. Не зима, да. А зима у нас была выше нуля вся. А в зиме... 8 февраля 8 градусов, минус 8. Да, 8 февраля. Ну супер, да. Плохо, что птички не поют и эти как не летают, как их? Бабочки летают. Бабочка летала, да? Красные, красные. А, ну класс. А эти как их, наши друзья, как их, этих самые, клещи? Клещи? Нет, пока не могу сказать. Нету клещей? Ну будет тогда скучно, Валер Иванович. Да. А, ну ладно, все, заканчиваем пока. Да, сейчас пока быстро расположимся. И можно... Фактически, сколько у нас? Час дня. Пойдем покупаемся сначала. Я не имею, ты же за НАТО. Все, я сейчас пойду купаться, Валера. Я в прошлом году, помнишь, как под лед нырял? Да помню. Ну так и что же, а тут уже льда нету. Я сейчас пойду купаться. Ну все, ладно. После купания и дружеского обеда с Валерием Ивановичем мы устроили на прощание на сегодня с Валерием Ивановичем пионерский костер. Вон там. Валерий Иванович сейчас его сделает. Ну что, будет у нас пионерская богатня? Куда она от нас денется, да, Валерий Иванович? И не в таких умовах распаливали, да? Подбрось туда этих. А вот мне интересно, что тут за станцию метро строят? Смотри-ка, блин. Я видел, что сначала поставили 4 штуки. Что это такое тут строят, блин? Пирамиду Хеопса или что это такое, Валер Иванович? Я тоже не могу предположить, что тут такое будет многоэтажное. Или это гипермаркет Ашан будет? А, ну так не будем тогда ездить, а тут будем жить, блин. Да, выбираем себе. Яблоня есть, грушка есть, будем жить. Будем тут жить, пожевать и добра наживать. Так, надо еще подбросить это. Эх, Валер Иванович, как в том в кине, в фильме говорили. О, бабочка полетела, не успел заснять. Ой, классненько, да.
Да, блин, бабочка пролетела, ты представляешь? Просто я когда ехал, я видел несколько штук. Я тоже, это не успел заснять на видео. Это, так перебила меня бабочка. И жить хорошо, и жизнь хороша. А хорошо жить еще лучше. Овчина моет. Валера, после костра, после дыма, очень классный запах. Запах, ну. Да. Да, пошло гореть уже. Еще звук такой классный. Потрескивание костра, знаешь, как показывает романтические такие вещи. Горит костер и такой потрескивает дрова. Ну да. Да. Еще и солнышко в конце. Ну, Шарль Иванович, это самый еще один день прожит не зря. Не зря, Евгений, не зря. Да. Да, да. Держи. День прожит не зря. С пользой для здоровья и для жизни. Спасибо за компанию. Да. Хорошее время на пенсии. Сам себе хозяин. Да, Валерий Иванович. Ничего не надо подстраивать. Я тебе рассказывал, что я... Ни секунды не был на это самое, не работал на пенсии. Я за полтора месяца до пенсии закрыл свое предприемство, сдал все документы обратно в налоговую и забыл, что такое вставать от этого, начинать работать. А я думаю, ну Евгеньевич, ну ладно, пенсион подошел, но еще будет работать. Не, Валерий Иванович. Такой завзятый, завзятый. У меня же есть хороший же пример. Ну, что же я вот это был... Вот ты бы ездил на министерку, а сам. Я вот это. А я бы вот это тебе не составлял компанию. Да ты что, Валерий Иванович? Не-не-не, так не бывает. Не-не-не-не-не. Я извиняюсь, конечно. Но мы свои 41. Я лично, у меня личный стаж. Непрерывный трудовой стаж 41 год и 7 месяцев. А у тебя, наверное, еще и больше. У меня 48, без двух месяцев. Без двух месяцев полтинника. Ты, Валерий Иванович, 48 отнять 41. Ты на 7 лет больше меня работал, Валерий Иванович. Раз я старше, то получается. Жах, Валерий Иванович. Сколько ж 7 лет, представляешь? 7 умножить на 365. Сколько это получится? Получается почти 2000 дней. 2000 дней ты не был на министерке, а был на работе, Валерий Иванович. Ну, я скажу честно, откровенно, эти 7 лет, это фактически, ну, была полусвобода. Значит, фактически, я когда приходил, то есть я снабжением занимался. То есть машина ко мне приезжала, я получал комплектацию, радиоэлементы, материалы, там, пластмассу, металл, да, все. Да, помню, то, помню, Валерий. Ну, удовольствие мне. Я Киев изучил, по крайней мере, хорошо, левый берег, чтобы было. Ну, с пользой для жизни. Да, да, ну ладно. Ну ладно, прощаю. Ориентировка появилась. Прощаю, ладно, хорошо. Но вот Алексей Саныч у нас неправильный чувак. Ну. Понимаешь? Вместо того, чтобы с нами тут кувыркаться и радоваться жизни, на работу ходят. Саныч, это тебе, блин. Легкий упрек. Да не, какой упрек? Не, ну просто так. Легкое такое. Легкое замечание. Замечание, да. Так, ну вот это мне вот это теперь. Вот это надо будет теперь снимать каждый раз, как будем приезжать, будем смотреть, как этот наш. Как наше это строительство будет. Сколько этажей? 15 или 100? Может тут сто это самое небоскреб сделают, чтобы весь Киев отсюда видеть. Да, как в Хемиратах, да. Ну посмотрим, Валерий Иванович. Да. Не последний же раз приехали на министерку, да? Ну и ладненько. Все, наверное, на сегодня я уже заканчиваю. Все, всем привет, в общем. Пока.